У нас с вами обзор второго матча турнира Кубок будущих легенд, где Mount Boys играл с командой Старт из города Ростов. Первый момент был хороший у команды Старт со штрафного удара, но Хабибулаев Шамиль отразил его. Далее Юсупов Ахмедхан забивает гол и выводит команду Mount Boys вперед. Очень такой классный матч получился. Большими эмоциями. Вот левоногий футболист из города Ростов забивает потрясающий гол. У него 77-й номер. Он имел еще одну возможность забить гол, но выше ворот пробил. Мы видим, как команда из Ростова прессингует нашу команду. И уже команда выходит вперед. Переиграли они всю защиту и вратаря. 2-1. Впереди команда Старт. У них была еще одна возможность, и команда Павла Перекладин. Но здесь мы видим Ациев Курбан Кады пробирается через двух защитников и отдает волевую передачу на Магомедова Хизри. Счет 2-2, но здесь оператор не снял и третий гол. Мы видим уже четвертый гол, который забивает Абдурахманов Хабиб. И последняя секунда матча, штрафной удар. Команда Старт забивает этот гол, и счет становится 4-4.